другое дело. Теперь совсем как ПТУшница. Опять за свое. Да нет, я наоборот говорю, это же хорошо. Жена олигарха не просматривается совсем. Девочки, давайте как договаривались. Что, сразу прощаться? И когда же мы теперь увидимся? Не знаю. В течение года точно нет. И никаких попыток наладить контакт быть не должно. Это может вам очень дорого стоить. Давайте, дорогие, прощайтесь. Но ведь год, он же быстро пройдет, правда? Ты только веди себя там хорошо. Поняла? А вы не вздумайте выйти замуж. Я точно не выйду. Ну, мы пойдем. Двери закрыла? Да. Вот, держи. Что это? Это твой паспорт. Фальшивый? Ну почему фальшивый? Настоящий. Имя, фамилия, дата рождения принадлежит реальному человеку. Этот паспорт был найден в гостиничном номере год назад. Екатерина Соколова. Она пропала, и никто не знает, что с ней случилось. Я думаю, ее уже нет в живых. Возраст для тебя подходящий. Ну, разница в 2 года. Никто не заметит. И прописка у нее столичная. Так что проблем не будет. То есть я еду в столицу? Да, в большом городе легче затеряться. Там, в тихом старом районе, живет моя двоюродная сестра. Она приютит тебя. Я уже звонил ей. Вот, держи. Это ее телефон и адрес. А вот это она на фотографии. Да, вот еще. Держи деньги. Дальше слушай меня внимательно. Чтобы через кассы здесь по фотографии тебя не вычислили, самолеты, прямые поезда запрещены. Это очень опасно. Понимаешь? Мы пойдем другим путем. Я отвезу тебя утром в поселок Теплое. Там посажу на электричку. Ты доедешь до Нижнего. А в Нижнем купишь билет на поезд в столицу. Все будет хорошо. Я в тебя верю. Спасибо. Катя Соколова. Катя Соколова. Екатерина Сергеевна Соколова. 3 июля 89-го. Катя Соколова. Июня, 3 июня. Катя Соколова. Катя. Сергей Петрович, здравствуйте. Да. Я Аркадий. Помощник господина Мазова. Очень приятно. Чем обязан? Помощь ваша нужна. Точнее сказать, консультация. От меня Мазову? Вы ничего не перепутали? Насколько я знаю, ваш шеф может напрямую обратиться к моему начальству с любыми проблемами. Возможно так, но нам кажется, что вы обладаете информацией, которая очень нужна господину Мазову. Наташа Савельева. В свое время вы уделяли ей довольно много времени. Это вы по поводу той девочки, которая куда-то исчезла, жена Мазова. Ею занимается другой следователь. Да. Мы думаем, что по-настоящему помочь в таком деликатном деле можете именно вы. Очень сомневаюсь. Сергей Петрович. Смотри, не споткнись, как в прошлый раз. Давай. Держи!
тише, 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 представляю, там, наверное, паспорт, деньги, все здесь. Нас встречает кто-нибудь? А, нет. Молодой человек, он просто странный. Извиняйся, предложил помощь, а потом тебя, точнее, вас увидел и... Испугался, расстроился. Ну да, расстроился. Вы не переживайте. Они работают вместе, один отвлекает, а другой сумочки дергает. Третьего, надеюсь, здесь нет? Третий возвращает сумочки. Несчастной девушке, оказавшейся в чужом городе без денег и паспорта. Так заметно, что я приезжая, да? И у местных взгляд пожестче. О. Они в вашем возрасте так выглядят, как будто уже пережили несколько семейных драм, потеряли большую любовь, испытали предательство и вообще устали от жизни. Хорошо, что у меня не так успею еще. Не, не советую. Да? Помогу? Вот зачем вы вернулись? Вам моя сумка нужна? А вы как думали? Вам куда идти? Да. Вот у меня адрес. Бить, что ли, будете? Почему ты решил, что вас будут бить? Серьезное место такое. Убивать-то нас вроде бы не за что. Вроде бы. Значит, не уверен. А? Вся информация по Савельевой быстро. Да, да, все как на духу. Дедомовская она. С парнем шаталась из речного техникума, с Мишкой Бавыкиным. Вот. Больше ничего не знаем. Все? Да. Лопаты дайте им. Копайте. Слушайте, ну что сразу копайте, а? Мы все поняли. Если что-то узнаем, сразу к вам. Все так говорят, а потом забывают. Поэтому их сюда и привозят. И закапывают живыми. Чтобы вот там было время подумать, что этого могло не произойти. Да не будет она нам звонить. Завязала она. Зачем ей нам звонить-то? Не, ну правда, вообще ни о чем. Копайте. Копай. В общем, на Институтской вам нужно будет выйти из первого вагона. А, из первого? С первого. А не под номерами, да? Нет, просто, ну так получается, меньше времени тратите, потому что когда вы выходите из первого вагона по ходу движения, вы сразу оказываетесь около эскалатора. Ага. А если будете выходить из середины состава, то получается вам еще секунд 30 по платформе идти. Так, давайте я просто вас провожу и все. Мы на самом деле по пути. Мы с вами доедем, а я уж потом сам. Чего что вырядился? Нельзя! Ну, это не обязательно, если не хочешь. Но я что, вы проводите? Отлично. Ничего, что я на правах спасителя уже на «ты» перешу. Ничего, тебе можно. Подержи. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Голова кружится. Такси свободны? Да, свободен. Помогите сумки донести. Тургеневская, 3. Может, лучше в больницу? Да нет, я врач, у него. Ну что там? Говорят, не знают ничего. Заканчивай. Понял.
Алло. Катя, здравствуй, это Павел. Как ты? Павел. Где я? Ты потерял сознание, поэтому я тебя к себе домой перевез. Не переживай. А откуда у тебя мой номер? Сделал звонок с твоего телефона. На свой. Как ты себя чувствуешь? Спасибо за беспокойство. Все в порядке. Ключи я оставлю соседей. Мне пора. Пожалуйста. Помочь, красавица? Нет, спасибо. Ну чего ты стоишь? Проходи, располагайся. Спасибо. Устала с дороги. И лица на тебе нет. Да, в поезде душно было. А я с утра тебя жду, уже хотела Сереже звонить. Вы меня простите, пожалуйста, я просто заблудилась. Первый раз в таком большом городе. А я уж думала, ты принца встретила прямо на вокзале. Но вы же все сюда за принцами едете. Я вот как раз отдохнуть от принца. Да и нечего делать в маленьком городе. А у вас тут, вон, много возможностей. Да, возможностей много, но еще больше иллюзий. Мозги отшибает так, что... И не только молоденьким девочкам. Ну, вот я так, ты не обращай внимания. Сережа бы не стал хлопотать, за кого попал. Располагайся, обедать будем. Спасибо. Девушка, подождите, пожалуйста. Девушка, а вы можете меня сфотографировать? Простите, у меня занятие через 5 минут. Ну, я оформляю сайт для этого института. У меня занятие. Да буквально 2 секунды. Пожалуйста. Просто эту кнопочку нажать и все. Ладно, хорошо, давайте. Давайте. Не забыли вот эту вот кнопочку? Да. Угу. Да, и сделайте так, чтобы я был с левой стороны, а здание побольше с правой. Угу. Угу. Все? Сейчас, секундочку. А, нет, 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 это не то. Давайте так, я буду фотографировать, а вы присядете. Я? Ну да, вы красивая девушка, учитесь в этом институте. Мне кажется, это будет лучше. Ага. Только книжечку поднимите, пожалуйста. Да, и вроде как увлеченно читаете. Да, откройте ее. Ага. Ну что, получилось? А... Скажите, пожалуйста. Да нет, там просто по свету не очень. Давайте договоримся так. Я вас дождусь, и мы продолжим. 5 лекций. Ну, когда вы заканчиваете? 5. Ну и отлично. И солнце будет то, что надо. Как вас зовут? Аня. А меня Андрей. Очень приятно. Ну что, договорились? Здесь в 5. Хорошо. Я буду ждать. Да, да. А вот так. 9. А вот так. Король. Мое. Слышь, Юнга, а ну-ка оторви корму, сгоняй за чайком. Чья-то все время. О, бунт на корабле. В кино ходить не надо, цирк уже приехал. Дай сюда. Я вижу, это мешает тебе выполнять свои обязанности. Да схожу я. И рожу сделай повеселее, не на похоронах. Через год молодые придут, отыграешься. А то мы и так слишком добрые к тебе. Ну что, стой, стой, стой.
я тебя очень люблю. И будет у нас двое детей, мальчик и девочка. А я готовить научусь. А то на одних тортиках мы долго не протянем. Я тебя вытащу. Мне дороже тебя никого нет. Ты ведь это знаешь? Знаешь? Я тебя очень люблю. Здравствуйте, вы не могли бы мне помочь? У вас училась Наталья Савельева. Ну, она, наверное, уже закончила. Я бы хотел ее найти. Вы не скажете, как? Простите, как вас зовут? Я ее друг, Михаил. Михаил, вы, наверное, не знаете, Наташи больше нет. Что? Она утонула. А мне сказали, что тебя предупредили. Меня предупредили. Я хочу брата найти и поговорить с ним. Смотри, не перестарайся, а то я к ментам могу побежать. Я даже подскажу кому. Видел? Ваней зовут. Он бывает здесь. Здесь такого не было. В другом месте еще. Я все уже в этом городе обошла. Все. Тебе жизни не хватит все обойти. Наташа, поговори. Хотите что-то еще? А, нет, спасибо. Хорошо, я подойду позже. Да. Алло. Катя, это Павел. Привет. Я как врач все-таки хотел бы узнать, как ты себя чувствуешь. Спасибо, хорошо. А можно в этом как-нибудь убедиться при встрече? За чашкой кофе, чая? Ну... Чай я только что допила. Понимаешь, если мы с тобой сегодня не увидимся... То? То что? Боюсь, у меня совсем мало времени. Для чего? 3 месяца – это минимальный срок для наивной чистой девушки из провинции. До того, как ее поглотит мегаполис. У меня потом шансов не будет. Я уже начинаю бояться за себя. Может, тоже такое страшное должна превратиться? Ты согласна? Ну, я нашла одно уютное место для себя. Это фонтан в парке. Возле планетария, знаешь? Да, 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 знаю. Буду минут через 15.
Хорошо. До встречи. Давай. Ну, что там? Ближний круг весь проверили, но там ничего. Сейчас ищем дальних родственников из тех, кто мог бы ей помочь. Это в рамках версии побега. Ищем, проверим. Мне результат нужен, понимаешь? Я хочу ее видеть, живой или мертвой. Я вас понял. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Так, я предлагаю открывать новые, уютные, красивые места. Я не против. Высоты боишься? Я? Нет. Тогда нам в этом поможет чертов колесо. Я тебе заодно и звезд покажу. Сдавайся! Здесь! Здесь! Даешься? Здесь! Даешься? Куда, 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 куда? Стоп! Я в домике! Хорошо. Я тоже в домике. И знаешь, я когда тебя поцеловал, у меня такое ощущение, что я поцеловал незнакомку. Наверное, из-за того, что я ничего не знаю о тебе. Расскажи что-нибудь. А может, я не хочу ничего рассказывать? Хорошо. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. У тебя же есть какие-то друзья, подружки, их немного, как и у всех. Ну, было две подруги. Теперь одна. Чего одна? Чего, поссорились? Не успели. Уехала? Ну, можно и так сказать. Ну, слушай, как уехала, так и приедет. Чего киснуть-то? А куда? Куда уехала? Далеко. Туда, откуда не возвращаются. Ань, извини. Извини же, я не хотел тебя расстраивать. Так, орлы, освободить помещение. Крылышками машем из-за двери. Давай, это семейное дело. Привет передать надо. Еще где она? Кто? Чего? Савельева! Я не знаю, мне сказали, что она утонула. Да, кто сказал? Да директриса детдома. Директриса детдома. Тебя же просили не звонить, не узнавать о Савельевой. Ты обещал, обещал. Я просто... Просто он. Я вот тоже просто. В следующий раз будет еще проще. Вылетишь отсюда и сдохнешь под забором. Хотя нет. Сначала сдохнешь, а уже потом тебя отчислят. За прогулы. Думай. Ну что, ты уже определилась, что ты будешь делать дальше? Нет, нет пока. Вы правильно говорили, очень много возможностей, но они... Не знаю даже. Какие? Ну, мысли у тебя есть? Кем ты будешь? И да, и нет. Я же и не собиралась сюда приезжать. Как-то оно само получилось. Ну, вот когда само получается, это и есть судьба. Она устает ждать, пока ты сама сообразишь, что тебе нужно. Вот и подталкивает тебя туда, куда нужно. Может быть. Я думаю, что я пока годик поработаю, ну, сниму квартиру, подумаю, что я хочу, а потом уже буду поступать. Ну, правильно. Подумай, осмотрись. Ты же еще молодая, куда тебе спешить? Извините, пожалуйста. Алло, Паш? Нет-нет-нет, не отвлекаешь. А может быть, все иначе будет. Женская доля, она такая. Держи. Так низко. Аэропорт рядышком. Ты знаешь, немного завидую этим людям, которые улетают.
Новые встречи, друзья, новая жизнь. Такое ощущение, что в каждом самолете улетает твой друг или подруга, который не вернется никогда. Прохладно что-то. Пойдем в дом. Ну, да, конечно. Проходи. Ужасен и груб. Нет. Мне кажется, или ты постоянно о чем-то думаешь? Помнишь, на улице я сказал, что друзья улетают навсегда? Мне показалось, что ты о ком-то вспомнила. Я подумала о своей подруге. У нее был мальчик, Мишка. Она его очень любила, а он вот так вот взял и улетел. И все. Сделал свой выбор и бросил ее. Наверное, в этих самолетах и такие улетают каждый раз. Ну, а что твоя подруга? Мстит теперь мужчинам? Или шарахается от всех? Нет. Она выбрала новую жизнь. Тоже улетела? Можно и так сказать. Вышла замуж за серьезного человека. И? И теперь ее нет. Пациент обещал прийти завтра. Стоп, а какой это пациент? Это же абсолютно здоровый мальчуган. Да, верно. Да ты к тому же еще и супергерой. Да? Угу. А ты знаешь, почему супергерои никогда не болеют? Нет. Ну как же? Потому что они перед каждой битвой с врагами ходят к врачу. Ну, еще они, конечно, едят кашу по утрам и вовремя ложатся спать. Ты правда этого не знал? Не знал. Странно. Не, ну с кашей и сном, наверное, справятся родители. А вот к врачу надо идти прямо сейчас. Угу. Угу. Пойдем. Привет, Петрович. Здорово. Пока.
спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До опять. Пока. Ты знаешь, что у тебя талант? Не думал в педагогический поступать? Нет. Почему? Ты прекрасно находишь контакт с детьми. Могла бы в клинике у нас годик поработать, я бы тебе помог подготовиться. Это было бы здорово. Отлично. Пойдем. Сережку с меня сними. Я не привык, когда за мной с утра до вечера какие-то дурачки бегают. Разнервничаюсь, начну вспоминать разное. Как у одного человека сначала одна жена умерла, причем тело ее успели сжечь до проведения медэкспертизы. Потом другая покончила жизнь самоубийством. Не понимаю, что за напасть на этих жен. А вот ты меня понял. Это хорошо. Закрывай. Я смотрю телефон, а там 60 смс. Да. Девушка. Что? Я извиняюсь, у вас нет ручки или карандаша? Очень нужно. Да. Хорошо. Подождите. Напишите здесь свое имя и телефон. Стоп, 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 стоп. Подожди, ты что, ты отказываешь мне? Том. Вы что, вы мне отказываете? Да. И вам не жалко меня? Абсолютно. Да у меня душа хрупкая, вы мне больно делаете. Очень жаль. Слушай, я живу в этом доме и слежу за тобой. Ты ходишь постоянно с каким-то лохом, а ты стоишь намного большего. Да ты что, интересно, ценник-то на меня сам повесил или дружки помогли? Вот зачем ты так? Ты же меня вообще не знаешь. Если бы мы с тобой завалились куда-нибудь, ты бы меня узнала получше. Да, очень заманчивая перспектива. Только знаешь, мне есть с кем и куда завалиться. До свидания. Ну, конечно, я рад. Сегодня так сегодня. Я, правда, не знаю, во сколько. Давай я тебе перезвоню в часиков 6, хорошо? Да, 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 малыш. А, извини, сейчас говорить не могу. Захожу в кабинет к начальству. Давай, я целую тебя. Не наигрался еще? Так ведь работа. И как работа? Она ничего не знает. Я и так, и сяк. Уверен? На 100%. Ну, тогда заканчиваем игру. Мне понравилась девочка? Не мое. Чего вы молчите? Узнаете? Знаете, кто снабжал? Нет. Но я обязательно узнаю. Значит так. Давайте без этой вашей самодеятельности. Этим будут заниматься органы. Какие органы? Или вы боитесь, что я узнаю что-то лишнее? А я узнаю, чего бы мне это ни стоило. Ребят, вас обманул что-то. Пятером на меня одного это многовато. Да мы поговорить. А это чтоб понятнее было. А? Все очень просто. Ты должен сделать так, чтобы одна девчонка, Катю ее, кажется, зовут,
больше не захотела с тобой встречаться. Но как же она? Ты, козел, слушай. Тебе говорить не надо, тебе кивать надо. Девочка тебя забывает, и все хорошо. Чего же хорошего-то? Да то, что ты инвалидом не будешь. Ручки-ножки будут целые. Ты видел машину на разборе после аварии, когда ее по запчастям только можно продать? Так и с тобой будет. Почки отдельно, глазки отдельно. А девчонки таких не любят. Да, походу, тебе и вариантов больше нет. Ну как, по рукам? А она что об этом думает? А это не твоя забота. Нет, моя забота. А это уже не твоя забота. Ложись и делай, что тебе говорят. Иногда приятно побыть пациентом. Это пока. Вот уроды. Почему уроды? Симпатичные ребята. Ну да. Пятеро на одного. Красавцы. Сначала деловой разговор был. Какой? Предлагали в сторонку дойти. Если целым хочу остаться. Девочку другую найти. Ну что, надо было согласиться, пока до драки не дошло. А не спорить с ними. Я разве спорил? Просто сказала, что люблю тебя, и все. Да, вот тут вот ватку подержи. Хорошо. Я сейчас приду. Аппарат абонента выключен. Или находится в зоне действия. Вот интересно, кого больше на земле? Счастливых людей или несчастных? Человек живет во времени. Он сегодня счастлив. А завтра что-то случилось, несчастлив. Или наоборот. Или наоборот. Мои дворовые поклонники больше не цеплялись? Нет. Но если бы я их встретил, я бы им еще раз сказал, что не хочу и не буду с тобой расставаться. Никаких зацепок, таких, чтобы перепереть к стенке. Если это он, а других версий у нас на сегодня нет, то сделал он все хорошо. Опытный мент все продумал. И что, даже документы мог? Мы обошли всех, кто мог помочь ему их сделать, но... Старик, фотограф Жора, говорил, что заходил к нему и вроде как чего-то хотел, но так, поболтал ни о чем и ушел. А может, это мэр? Но он бы ждал. Да, кстати,
А что там с его сумком? Держим на дозе. Есть несколько видео, где он берет наркотики не только для себя, а и другим скидывает. А это уже серьезная статья. Ну, смотри, чтобы он там не сдох раньше времени. Он должен дожить до предвыборной кампании папаши. Мы ждем только вашего решения. А я уже решил. Значит, возьмем паузу. Эти выборы пропускаем. Пусть подергаются. Сын увязнет поглубже. Ну и нас самого мэра накопаем побольше. Жаль. Надо уметь ждать. Тот, кто умеет ждать, получает все.